You continue to fight in a way that is just remarkable. Вы продолжаете бороться способом, который просто удивителен. Просто удивителен. И я не собираюсь оставлять вас. Я извиняюсь за те недели, когда не было известно, что с финансированием. И за то, что у нас были проблемы с законопроектом, который мы должны были принять, с деньгами в нем. Из-за некоторых наших очень консервативных членов, которые его задерживали. Но, наконец, мы это сделали. И с тех пор, включая сегодняшний день, я объявил о 6 пакетах значительного финансирования. Сегодня я также подписываю дополнительные пакет на $225 миллионов, чтобы помочь вам восстановить электросеть. И как только мы приняли закон о национальной безопасности, что было политическим вопросом, мы смогли все это сделать. И то, как вы выстояли, и как вы держитесь в Харькове, еще раз доказывает, что народ Украины нельзя и никогда не удастся победить. И я уверяю вас, что Соединенные Штаты будут с вами. Я говорил это во время этих дебатов и продолжаю это повторять. Соединенные Штаты с вами. Вы являетесь оплотом против агрессии. Мы обязаны быть рядом. И поэтому я охотно жду детального обсуждения с вами того, куда нам двигаться дальше. Но мы все еще всецело, всесторонне с вами. Спасибо. Большое спасибо, господин президент. Прежде всего, большое спасибо вам и вашей администрации за вашу значительную поддержку. Хочу поблагодарить от всех украинцев за вашу военную, финансовую и гуманитарную помощь. И, конечно, это очень важно. Наша встреча здесь очень символична. Крайне важно, что вы остаетесь с нами, что есть эта двухпартийная поддержка со стороны Конгресса. Очень важно, что в этом единстве Соединенные Штаты, Америка, весь американский народ остаются с Украиной. Как это было во время Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты помогли спасти человеческие жизни, спасти Европу. И мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку и на то, что вы будете стоять с нами бок о бок. Искренне вам спасибо. И этот большой пакет, который был подписан, поддержан и проголосован, является чрезвычайно важным. Это так необходимо для ощущения нашими людьми, что мы не одни, что мы с вами нашим стратегическим партнером. И, конечно, я хочу сегодня поговорить об усилении Харьковской области. Вы уже говорили об этом. Это очень важно, и ваши решения имели чрезвычайно положительное влияние. Я не хочу делиться всеми деталями со СМИ. Извините, но я думаю, что есть некоторые детали на поле боя, которые вам нужно услышать от нас. Мы благодарны вам за это. Также хочу поговорить о противовоздушной обороне и в целом на нашей территории. И мы благодарны за участие в саммите мира на уровне вице-президента. Большое вам спасибо. Мы думаем, что у нас будет более 100 стран. И я надеюсь, что это будет первый шаг на этом пути к миру. Нам нужен мир в Украине. Но в любом случае мы будем оставаться сильными. И, конечно, я хочу обсудить некоторые будущие события. Еще раз спасибо вам. Thank you again. Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Может ли Путин выиграть эту битву? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует. Как 80 лет назад, так и сейчас. Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной. Как и тогда, когда зло разворачивало агрессию против своих соседей в 1930-х годах. Гитлер преодолевал линию за линией. Также это делает Путин. Коли Європу знов намагаються
Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы не заслуживают самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но и для того, чтобы завтра быть направленным против других. Видна уже даже очередность, как может пойти агрессия. Балтия, Польша, Балканы и дальше. Это сражение является раздорожьем, моментом, когда все вместе можем написать сейчас историю, как нам нужно, или можем стать жертвами истории, как нужно ему, нашему врагу. Я подчеркну, общему врагу.